Необычная фотосессия прошла в краевой столице. В центре внимания не длинноногие модели, а самолеты. Чем для фотографов аэродром стал привлекательнее подиума, узнала Дарья Масалова. Еще 10 лет назад фотографирование воздушных судов считалось нарушением закона. Получить приглашение на взлетно-посадочную полосу любителям фотографии было просто невозможно. Но сегодня все изменилось. Для зарубежных аэропортов споттинг стал доброй традицией. В России это направление пока развито мало, но тем не менее постепенно начинает набирать обороты. Вот и фотографы из краевой столицы решили опробовать интересное увлечение и провести фотосессию самолетов. Администрация Барнаульского аэропорта пошла навстречу и идею поддержала. Споттинг, или попросту наблюдение за самолетом, появилось давно. Только вот желающих запечатлеть взлет или посадку железной птицы в аэропортах не жалуют. Поэтому пока споттеров в Алтайском крае можно пересчитать по пальцам. Один из них – Антон Смородский. Фотоаппарат он приобрел только год назад. Сейчас в его объектив все реже попадает природа и все чаще самолеты. Это своеобразная охота. Кто-то охотится там на зайчиков, кто-то охотится на лосей, а кто-то охотится на самолеты. Есть два параметра. Это художественная составляющая снимка и это технические параметры, да, чтобы было видно бортовой номер, чтобы в кадре не было ничего постороннего, чтобы там был, может быть, какой-то интересный самолет, особенно редкий. На этот раз Барнаульский аэропорт дал согласие на фотосессию крылатых машин. Охотники за самолетами снимали их около часа. Они запечатлели чешский L-410 при заходе на посадку и взлете. Все съемки проводились под контролем службы охраны. Я так скажу, лучший кадр я еще, наверное, не снял. Ну а по поводу, он может быть один-единственный сделан, но он просто замечательный, потому что свет хорошо лег, то есть все сложилось. Задник хороший. Если было бы более насыщенный трафик, наверное, было бы больше и людей по сравнению с тем же Домодедово. Вот. Отец летчик, сам в душе, наверное, летчик не состоявшийся, поэтому просто люблю небо. За одну фотосъемку споттеры делают от 100 до 400 снимков. Кто-то выкладывает их в социальные сети, кто-то копит для архива. Самые предприимчивые продают. Для споттеров, как и для летчиков, первым делом – самолеты. Дарья Масалова, Андрей Леонтьев. Новости.